Всем привет! Ну что, прошел первый мой прямой эфир. Прошел неплохо. Я даже пообщалась с людьми, с некоторыми. Конечно, некоторые заходили и выходили, но в целом неплохо. Так что, думаю, надо почаще выходить в прямые эфиры. Так что в следующий раз присоединяйтесь, пообщаемся с вами. Тет-а-тет, лучше знаем друг друга. Что за люди, что я за человек. Почему нет? Давайте дружить. Ну, вообще, так-то. Мне даже, знаете, показалось, что я как будто, знаешь, вела... Знаете, вела монолог. У меня посетители приходили, уходили, а я что-то говорю сама с собой, общаюсь. Ну, ничего, мне понравилось, так что в следующий раз обязательно с вами снова встретимся. Спасибо, кто был со мной.